Вот, вот они, тут красавцы. Видишь себя? Да уж. А вы знаете, откуда это костюмы? Ну... Это из фильма Германа «Трудно быть богом». Вот. Мы у них подрезали. Вот так вот. Ну вот. А вот эта книга – это эксклюзив. И таких книг нету. Это она одна. В единственном варианте сделали здесь. Когда открываешь, значит, фотография, когда... И он здесь жил. Это как раз 25 января. Вот. И здесь мои стихи. Ну, здесь часть только, потому что это книга-то не этого и не того года. И здесь собраны все стихи фанатов, все их рисунки. То есть человек вот сделал такую огромную работу. Огромное спасибо. В Воронеже там организовали этот, молодцы, памятник. Ну, это вот все такие фотографии, которые вот совсем... Совсем, может, давнишний. Совсем давнишний. Здесь можно такое найти. О, Саня. Саня. С Юрием Михайловичем. Разговор там чего-то. Встретились. О, блондин. Блондинчик. Так вот. Он как бы ушел из этой жизни, но он как бы вот та жизнь, которая, как я говорю, то... Измерение, вот оно. И вот все стихи, которые я говорила, они, которые мне приходили, вот видишь, и число 20-е. Я как раз приехала от Мишуты ночью и написала. Вот, ну, все читать, конечно, это долго. Вот, и вот каждое, все везде стих сопровождается, с чего все, вот это все начиналось. Все, все фотографии я все собрала и в этот альбом, вот. Вот. Это полгода было как раз. Вот это вот то, что в Воронеже открыли. Это вот я получила. Знаешь, Миша, это круто. 40 лет легенды стать. Вот. Здесь вот, вот год прошел. Год еще, видишь, Сашу держала еще на руках спокойно. И потом с каждым годом тяжелее. Вот. Уже 2 года прошло. Уже чувствую ее. Саша уже на ручках. Вот. Блины, как всегда. Вот. И кто догадается, что это человек, у которого ушли 2 другое измерение? Здесь вот они все собрались. То есть все равно оно же было, это все было, правильно? Было. От этого не открестишься. Это вот то, что в Москве. Вот и потом уже как бы потихонечку подарки, которые дарили. И вот как бы последнее стихотворение. 3 года в ледяной воде. То есть 3 года прошло, наркоз кончился. И теперь уже как бы у меня уже, как это вот, когда разрезали ногу, да, там руку, и ввели наркоз, не больно. А потом наркоз стал отходить, и уже как-то приоритеты. Вот уже держу уже девочку такую, ого-го. Я говорю, ну, Саша, тебя уже не поднять. Вот и стимул, почему худеть. Платье не так что стимул главное иметь. Вот. Вот, видишь? Угу. Говорю, купила этот флаг. Ну, это, конечно, так сидеть, смотреть. Чтобы фотографии не так, вот как из рук в руки. Это вот мы на день рождения. Мандарины любимая еда была. Мама, не забудь мандарины купить. Это вот из Москвы мне прислали такое. И я как бы, меня то, что находится у меня в телефоне, который ты мне, Саша, подарил, спасибо тебе большое. Очень телефон удачный, что я набираю там фотографии, и потом сюда иду, делаю.